Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня очень интересно слушать нашего уважаемого гостя Щелкунова Михаила Дмитриевича, директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Кроме того, на встрече присутствуют два журналиста, это Альберт Бекбов и Рустам Васин. Добрый день, Михаил Дмитриевич! Добрый день! Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, уважаемые зрители, слушатели. Очень приятно в который раз находиться в этой замечательной студии в окружении моих коллег, журналистов, которых я очень люблю, уважаю, и они вроде бы тоже считают меня своим. Да. Это взаимно. Михаил Дмитриевич, вот сейчас горячая пора. Пора, когда начинается сдача ЕГЭ, когда начинается период определения, куда пойти. И родители абитуриентов, да и сами абитуриенты, они сейчас делают непростой выбор. И хочется, чтобы многие из них выбрали дорогу, связанную с любовью к мудрости. То бишь с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций. Скажите нам, пожалуйста, сколько мест, каков прием в этом году на столь интересное направление? Ну, начну с того, что Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций сравнительно молодое учреждение. В этом году мы готовимся к празднованию, пусть пока детсадовского, но все-таки пятилетнего юбилея, это дата в истории института. Хотя направление подготовки, которое он реализует, конечно, имеет более длительную историю. Альберт с большим пафосом, это очень приятно, говорил слова во славу философии, но для наших зрителей замечу, что направление философии лишь одно из 10 направлений, по которым осуществляется подготовка в Институте социально-философских наук. Перечисляю. Это философия, религоведение, теология, политология, конфликтология, социология, журналистика, реклама и связь с общественностью, телевидение, телепроизводство и медиакоммуникации. Могу с закрытыми глазами или в любой час дня и ночи, несмотря на шпаргалки, все эти 10 направлений по памяти воспроизвести. Все это направления полного цикла, то есть имеют в своей структуре бакалаврскую, магистерскую и аспирантскую систему подготовки. Институт, несмотря на молодость, является одним из самых крупных и, я думаю, наверное, самым фундаментальным и значимым гуманитарным подразделением Казанского федерального университета. Это 2 с лишним тысячи студентов, это почти 250 сотрудников, из которых около 140 преподавателей, 30% преподавательского состава доктора наук, 60% кандидаты наук. По разнообразию направлений подготовки, а зрители обратили внимание, их 10, такого нет ни в одном институте из 18 учреждений Казанского федерального университета. Ну, теперь Альберт уже тихонечко спускает, приземляет меня к современному моменту, к приемной кампании. Значит, если говорить о бюджетных местах, то на направлении подготовки я, очевидно, буду говорить о бакалавриате. Это интересно, наверное, в первую очередь для наших зрителей. Да, для абитуриентов. Значит, цифры распределились следующим образом. Философия – 16 мест, религиоведение – 15, теология – 25, политология – 14, социология – 30, конфликтология – 5, журналистика – 4, телевидение 5, реклама, связь с общественностью 4, медиакоммуникации 3. Если все просуммируем, получим ровно 143 места, на которые государство разыгрывает конкурс среди желающих получить образование за государственный счет. Если говорить в сравнении с прошлым годом, то бакалаврские места несколько убавились незначительно. Но существенно возросли места в магистратуру, это вполне объяснимо. Достойная, да, тенденция. Но я думаю, мы будем говорить в первую очередь, наверное, о бакалавриате.
Сразу же тоже оговорюсь, что в структуре нашего института три больших отделения. Это отделение философии и религиоведения, это отделение социально-политических наук, и это факультет, как правильно теперь надо говорить, высшая школа журналистики. Но учитывая специфику, интерес к высшей школе, мы договорились, что я буду в основном рассказывать в дальнейшем именно о гуманитарных, обществоведческих направлениях, а все, что связано с высшей школой, мой коллега, декан факультета Иван Григорьевич Толчинский, сделает отдельным образом. Я думаю, это правильная формула. Какой самый массовый? Ну, он уже сделал, мы уже даже пытали его. Какое самое массовое направление, Михаил Дмитриевич? Ну, судя по цифрам, вот вы удивитесь, может быть, это прозвучит странно, но в последнее время государство очень активно поддерживает религиоведческое, особенно теологическое направление подготовки. Да. Я вам могу сказать, что если в 2015 году, когда мы открывали теологию впервые, набор составлял 13 человек, то сегодня на этом отделении учится 131 бюджетник. Если вы к этому добавите свыше 90 человек религиоведов, вы получите цифру 200 с лишним. Это почти в два раза больше, чем учится на философии. Ну, выводы, я думаю, можно сделать самим, без комментариев. А чем обучение на теологии в вашем институте отличается, например, от духовной семинарии? О, это, Рустем, очень хороший такой глубокий вопрос. Ну, начну с того, что можно условно говорить, что есть теология, скажем так, духовная или церковная, скажем так, та, которая преподается в духовных учреждениях церкви, как в высших, так и в средних. А есть теология светская. Это, может быть, звучит немножко утрированно, но речь идет именно о теологии, которая утверждена в качестве направления подготовки актами государства. И в этом смысле могу сказать... Светская теология – это, если угодно, направление теологии, такое же, как и в духовной теологии. У них один предмет, одни методы, но могу сказать, которое, что ли, более терпимо, может быть, толерантно относится и к другим направлениям богословия, если говорить, скажем, о христианской, исламской теологии, буддистской. Здесь нет, уж извините, может быть, грубовато скажу, ну, может быть, того известного фанатизма, одержимости, который свойственен иногда теологии, которая преподается под крышей церкви. Но есть и формальное различие с тем, чтобы вы знали. Теология, которая преподается в государственных вузах, она имеет паспорт аккредитации, имеет диплом государственного образца, так как выпускники теологии в большинстве духовных учреждений церкви, в том числе и академиях, как правило, не имеют государственной аккредитации. Не все, но большинство не имеет. И в этом смысле их диплом мало что значит с точки зрения трудоустройства, значит, в органах государства. Это надо отчетливо осознавать. Теологи ваши идут в церкви служителями или... Хороший вопрос. Готовят для каких-то других целей? Просто, ну, любопытно сейчас мы... Нет, очень правильный вопрос. Замечу, что у теологов вопросы трудоустройства, наверное, в последние годы решаются еще более эффективно, чем вопросы трудоустройства выпускников других направлений. В частности, мы... Физиков. Как бы... Нет, я даже гуманитарных имею в виду. Мы недавно были очень обрадованы вместе с нашими религиоведами, теологами, да и сам я как философ, что наконец-то в сентябре 2018 года был подписан профессиональный стандарт, то есть ведомством Топилина, в котором учреждена, значит, специальность, уже профессия, если угодно, специалист по межрелигиозным, раз и специалист по межнациональным отношениям. И поскольку в каждом профессиональном стандарте прописывается, какое образование должно быть для этого, четко написано, что для работы в этих направлениях, на должностях, согласно этим специальностям, значит, одно из образований является теология или религиоведение. И религиоведение. В этом смысле теологи и религиоведы теперь, ну, чувствуют себя гораздо увереннее. Уже не надо говорить, что мы их выпускаем куда-то, зачем-то там работать... в духовных школах, в религиозных, церковных, молодежных организациях. Это тоже так. Но теперь есть четкий стандарт. И должности при органах государственной власти, в управлениях и отделах
по государственно-церковным отношениям, они есть в большинстве муниципальных образований, я уж не говорю о мегаполисах и так далее, теперь четко в штатном расписании стоят соответствующие должности. Михаил Дмитриевич, а вот что в основу обучения кладется, вера или научный подход? Я чувствую, сегодня наш разговор, наверное, будет сведен именно к таким интересным вопросам, которые вы мне задаете. Спасибо вам большое. Я не могу однозначно на это что-то ответить, ибо что, я не что бы я сейчас ни сказал, все равно найдутся люди, которые будут оспаривать сказанное мною. Что, наверное, ответ истинного философа. Вполне естественно, да, особенно в областях мировоззренческих. Теология, если угодно, это попытка силой мысли, обратите внимание, оправдать веру. Известно, что сила веры, сила религии состоит в вере. Вера – это особый феномен, и вообще говоря, она, если человек верует, ни в каких рациональных, научных подтверждениях не нуждается. Ибо вы помните, надеюсь, если есть время, напомню вам небольшую притчу, что когда Христос возил своих будущих апостолов по озеру, значит, он показал им, что может шагать по воде. Прошелся по воде, вернулся в лодку. Значит, Петр, будущий апостол, тоже захотел повторить подвиг Христа, сделал два шага и на третьем стал тонуть. Когда он весь, значит, мокрый, замерзший, там, взъерошенный, возвратился к лодке, он спросил у учителя, почему у тебя получилось, а у меня нет. Потому что учитель сказал, что я никогда, шагая по воде, не терял приверженность вере, а ты на третьем шаге усомнился. А что такое сомнение? Вера не знает сомнения. Сомнение – это голос разума. Поэтому в этом смысле, когда мысль начинает вступать на поле веры, она не приносит ничего хорошего для веры. Человек тонет. Но рано или поздно в истории церкви, в истории религии, под влиянием различных условий, это было в эпоху схоластики, позднего Средневековья, возникли идеи, когда сами богословы решили все-таки попытаться не только оправдать или обосновать наличие Бога силой веры, но и к этому еще подверстать силу мысли. Есть замечательные 5 доказательств великого Фомы Аквинского, Бога и так далее и тому подобное. И с этой точки зрения теология – это, конечно, в первую очередь предмет веры для носителя теологического знания, подкрепленная силой мысли. Технологически это выглядит так. Вы глубоко анализируете богословские тексты, будучи верующим человеком. Неверующим людям в теологии делать нечего. И при этом, опираясь на какие-то данные науки, силу мысли, философские ресурсы, пытаясь доказать, что вера действительно права в этом отношении. И третье, что вам тоже хорошо здесь известно, не бывает теологии, значит, полистической. Нельзя, значит, атеисту или человеку, который признает разные веры, или одновременно быть теологом мусульманским и, скажем, буддийским, или мусульманским и христианским. Теология всегда монистична. Либо это христианская теология, либо это буддийская теология, либо это мусульманская теология. В отличие от религоведения. Вот в религоведении вы можете занимать позицию беспристрастного ученого-атеиста. Религоведение – это всего лишь рефлексия философа по поводу феномена веры. Философия ведь рефлексирует человека, философия человека, общество, социальная философия, философия природы, там, философия науки, философия культуры, философия искусства и так далее. И вот когда появляется феномен религии, то рано или поздно он все равно подпадает под колпак философского внимания. Вот если он подпадает под колпак, это называется религоведение. Вы абсолютно на бесстрастной, безрелигиозной основе изучаете ислам, христианство, его конфессии, буддизм, синтоизм, индуизм, секты и так далее, их практику культовую, их вероучение, и вы ходите, если вы вполне атеист, нормальным религоведом. Богословие это, извините, не прокатит. Если вы глубоко верующий христианин, и у вас есть позыв разобраться во всем не только по вере, но и по разуму, вы уходите в христианское богословие. Если вы мусульманин,
и так далее. Скажите, а вот на отделении теологии у вас христианское, православное направление или есть мусульманское? А как вы думаете? Ну, я подозреваю, скорее всего, православное. Вот я это... думаю, что все три конфессии. Или все три конфессии представлены, или четыре. Ваш ответ неверен, ваш теплее. Безусловно, в республике, которая с точки зрения традиционных религий является биконфессиональной, ну, нет иного выхода, это абсолютно правильно. Как осуществлять подготовку по теологии биконфессионально? То есть есть подгруппа христианских, есть подгруппа исламских теологов. А у меня такой вопрос, у меня хочу задать. А, правильно я понимаю, что группа теологии, направление теологии готовит специалистов для госслужбы, по большому счету, для работы. Да, и при да. этом это... Эти люди являются достаточно истово верующими. Ну, в хорошем смысле, да. Это не фанаты, как ну, можно говорить. Хорошего. Не экстремисты, не подумайте, там, не фундаменталисты. Я понимаю, что... Журналистами надо всегда уточнять. Нет ли здесь какого-то легкого такого противоречия, а может даже не легкого противоречия, когда государство набирает число служащих по вопросам веры людей одной к официальной принадлежности, причем верующих людей. Одно дело, когда ты набираешь атеиста или слабоверующего человека, который может спокойно разбираться, ну, религиовед, понятно, да, когда он находится в структуре, которая отвечает за межконфессиональные конфликты или ситуацию. Там он взвешивает, у него объективность есть определенная. Я понял, да. А здесь какая ситуация будет? Здесь мы готовим православных, мусульманских богословов, которые идут в госслужбу. Полагаю, что все-таки вот наличие теологического образования для должностей по специальности специалист в области религиозных отношений, государство не зря застолбило этот пункт. Это долгий разговор, но скажу так кратко. Когда государство хочет все-таки как бы оптимизировать или более четко строить отношения с конфессиями, рано или поздно возникает потребность в теологе, понимаете? Он гораздо глубже, поскольку верующий человек представляет душу конфессии. Религоведу это не по зубам, если он не верующий. Уж извините, скажу грубо. Ну, у нас 70, в каком году у нас РПЦ-то? В 43-м году восстановили. Да. Она была под кураторством очень четких структур, понятных, государственных. Да. Там абсолютно не было теологии тех, кто это курировал. И государство было абсолютно теологически. Я вам скажу, что никогда не было ни социологии, ни психологии в те времена. Но сегодня не 43-й год 20 века, а вообще-то 19-й год 21 века. И вы же видите, как все изменилось в обществе. Но не времена Фимфома Аквинского. Ну нет, естественно. То есть мы, получается, полным ходом двигаемся к так называемому катехону, симфонии государства и церкви. Судя по увеличившемуся набору на эти специальности. Как вы относитесь вот к тому, что сейчас секуляризация... Она сейчас уходит на второй план, и все-таки... Сакрализация, да, идет? Да, больше сейчас уделяют... Вот действительно, мы телевизоры видим достаточно практически каждый день те или иные вопросы, связанные с религией. И иногда даже очень острые. И как это связано с университетом? Потому что университет — это носитель гуманитарного образования, светского образования, ну, в основном, еще последнее столетие. Но замечу вам, что по закону... Может быть, вы немножко... Я про дух. Недопонимаете, но пользуйтесь старой формулировкой. По 297-му, если память не изменяет, закон об образовании 19-го года Российской Федерации, от старого закона осталась в этом отношении только одна фраза. Было две. Церковь отделена от государства, а школа от церкви. Почитайте закон Российской Федерации последний, по которому мы действуем. Государство отделено от церкви. Да. А про школу отделения от церкви строчки нету. Я вам говорю от имени федерального закона. Он для нас, ну что федеральный закон, это все для нас, по нему строит система образования. И, может быть, вы не знаете, но мы считаем это вполне естественным. Все богословские предметы, которые читаются на направлении теология, получают обязательное благословение, в данном случае владыки Феофана, вместо владыки, по закону. Я сейчас не могу вам назвать статью по памяти, но приходите, я вам просто ее покажу. Это по закону, а не потому, что владыка этого хочет. Интересный момент. Но это не дает, Альберт, нам
право вот как-то алармизировать, что ли, паниковать по этому поводу, как вот у Рустема, по-моему, немножко такая нотка слышится. Никакого Средневековья не наступает. Лучше пусть богословие изучается в светских университетах с большой, длинной, хорошей историей научной, нежели чем будущие имамы будут получать его в духовных академиях Египта, Арабских Эмиратов и так далее. Понятно, с чем связано. Значит, христианские, ну, пасторы, в данном случае, попы в православии, будут готовиться в Греции или в Германии. Я думаю, вы опытные журналисты, вас прекрасно знаю. Наоборот, как раз да. Это уже политический вопрос, понимаете? Да. Это никто не скрывает. Я бы мог вам назвать, даже процитировать слова первых лиц государственный отчет, но делать этого не буду. Но это действительно так. Потому что, ну, в данном случае из двух зол, уж так скажу, выбирает меньше. Подытоживая, религия не самое плохое. Далеко нет. Чему можно обучаться, что можно изучать. И вопрос только, как говорится, в правильном понимании, в правильном изучении. Да, расстановке акцентов. Расстановке акцентов. Тонкое дело, да. Потому что это большая часть жизни. И вот сейчас, например, можно с удовлетворением видеть, как народ тянется. Смотрите сами, вот буквально недавно ифтар провели на стадионе, вы видели, там 15 тысяч пришло, и прогнозируют, что следующий там ифтар соберет еще больше. Это то, что касается правоверных. И получается, что роль религии возрастает, количество адептов становится с каждым днем все больше и больше. Это неотъемлемая черта жизни, и университет наш, он идет в русле с временем. И восстанавливает, кстати, традиции столетней давности, когда безусловно. До революции, вы знаете, Казанская духовная академия, тогда, к сожалению, в 18 году разогнанная большевиками, и университет, они очень крепко дружили, преподаватели университета работали в духовной академии, а выдающие профессора, философы, теологи преподавали в университете. Ну, по большому счету, светская наука, она вышла из науки религиозной, если брать университеты первые вообще в истории человечества, это религиозное заведение во многом. Да и видные ученые, можно большой перечень перечислить, тех, кто верил истово, вот Гейзенберг или Планк, основатели. Ну, а что говорить о Ньютоне и Кеплере? Были глубоко верующие люди, и что уж говорить. Мне, вот, например, очень нравится описание Бурсы у Гоголя. Религиозное образование. Давайте вернемся к нашим немного уже уставшим, видно, нас смотреть и слушать, родителям абитуриентов. Вот. Для них это такие есть важные животрепещущие и шкурные вопросы. Сколько стоит все это удовольствие? Цены, к сожалению, мало, наверное, будут радовать наших уважаемых зрителей, и особенно источников их ресурсов, скажу так. Значит, в прошлом году на направление, не связанное с высшей школой журналистики, значит, цена составила в среднем 122,5 тысячи рублей. На направление журналистики 136 тысяч рублей в год, бакалавриат я имею в виду. Но в этом году, как нам всегда обещают, ожидается надбавка всего там, на индекс инфляции. Знаете, вы сказали фразу, что эти цены не будут радовать студентов, абитуриентов, особенно источников финансирования, да, родителей. Да, детей-то, может, и радуют, а мне кажется, здесь есть такая, не то что неточность, да, если люди знают, что, получив это образование, их чадо, их ребенок, их смена, там, их будущее получит хорошую профессию, получат хорошие доходы с этой профессии. Я думаю, что инвестиции совершенно оправданы, и это не является страхом. А вот есть ли страх от того, что их ребенок, их подросток идет в гуманитарное направление, которое достаточно зыбкое? Да, есть фигуры, которые очень ярко выстреливают в этом поприще, а есть фигуры, которые не выстреливают. Вот. И, соответственно, одно дело, когда ты платишь в структуру, которая, ну,
нефтяники, да, например, понятно, что они с какими доходами сразу идут, и люди готовы платить. Труба зовет, как у нас. Да, труба зовет. А когда человек гуманитарного склада характера, и понятно, что он нефтяники не пойдет, и тем не менее такие цены. Вот вы могли бы привести примеры, когда, может быть, история успеха ваших? С удовольствием. Я выписал вам список прямо по всем направлениям. Но изначально я хочу сказать, что, как и любое гуманитарное учреждение, сюда идут люди далеко не за заработками. Это надо первое, что четко понять. Это наше отличие от геологов, там, возможно, от физиков, от юристов, от экономистов, менеджеров и так далее. Потому что, понимаете, заниматься или связывать свою жизнь с гуманитарной профессией, с гуманитарной отраслью, это в первую очередь хорошо понимать, что не люди для денег, а деньги для людей. Это общая позиция. Ну и не мне вам говорить, что да, в целом гуманитарии во всем мире, а уж в России тем более, по заработкам значительно уступают выпускникам экономических, управленческих, медицинских, геологических, нефтяных и других негуманитарных. Это надо четко осознавать. Потому что занятие гуманитаристикой, обществознанием, оно все-таки не меряется только его значение для человека в деньгах. Это, наверное, и позыв души, это, наверное, удовольствие от творчества, это постоянное стремление сохранить себе человечность, о чем я еще скажу. Чем конкретно? Несмотря вот на молодость большинства направлений подготовки, ну, максимум 5, 6, 7 лет, возможно, 10 для большинства, мы можем, вообще говоря, гордиться теми, кто вышел в эту жизнь с дипломами Института социально-философских наук. Ну вот по направлениям просто приведу. Ну, наверное, всем хорошо известны имена депутата Государственного совета Анастасии Исаевой и Артема Прокофьева. Это все выпускники отделения политологии. Ну, про Олега Викторовича Морозова не говорю. Его, правда, причисляют социологи к себе, но куда ни перечислять, все равно наш институт. Да, это было до института, но это показатели качества образования, которое продолжает развиваться уже в стенах института. Из философов отмечу Олег Дмитриевич Агапов, профессор, доктор наук, председатель комиссии по межэтническим отношениям Общественной палаты Республики Татарстан, общественный деятель. Гатаулина Адель, вот кандидат философских наук, нашего выпускника, возглавляет пресс-центр Казанского международного аэропорта. Тоже, я думаю, неплохая должность для 30-летнего парня. Женя Малыгина, не мне журналистам говорить, долгое время рулила про городом, очень успешным бумажным изданием. Первый выпуск философского факультета, значит, ну, еще до стен нашего института. Значит, Алина Газятова, продюсер ВГТРК, Татарстан-24, наша выпускница. Антошева Саша возглавляет пиар-центр отделения Microsoft в Москве. Ну уж я не говорю о Екатерине Панковой, там Екатерине Снарской, два моих заместителя, кандидаты наук, доценты, 30 лет еще нет девчонкам. Значит, менеджеры, ну, крупного, все-таки согласитесь, научно-образовательного подразделения. Особенно подчеркну религоведов. Вот судите сами. Тимофеев Егор, начальник отдела мэрии города Казани, отдела государственно-церковных отношений. Выпускник вот уже отделения религоведения. Ильин Максим, заместитель министра образования и науки Пермского края. Наш выпускник. А религоведов мы начали набирать всего лишь 14 лет назад. В 5-м году первый набор на профессиональную подготовку религоведов. Специально вот выписал для вас. Гибадулина Милюша, старший научный сотрудник Центра исламоведения Академии наук Республики Татарстан. Ну, а социологов тут можно вообще всю передачу, извините, забить. Ну, начну с того, что господин Межведилов Ариф Магеддинович, вообще говоря, выпускник социолог и доцент кафедры социологии. Первый проректор Минзарипов Рияз Гатаулович, выпускник... Хотите политологов, хотите социологов, но он тоже наш и заведует кафедрой. Максим Беляев, зампредседатель Верховного суда, 3 года учился на социологии. Потом все-таки перешел на юрфак, но социологическая захватка, наверное, ему помогла в жизни. Антон Райхштадт, ну не мне журналистам говорить, выпускник направления социологии. Гузель Габдрахманова, главный научный сотрудник Академии наук Республики Татарстан. Ну, Мария Юрьевна Ефлова, мой первый заместитель, доктор наук, профессор, женщина слегка за 40, тоже выпускница отделения социологии. Это уже о чем-то говорит.
по конфликтологов, вот специально тоже для вас выписал. Бухтаяров Виталий, топ-менеджер Газпром-Хантаса, есть такое учреждение в Санкт-Петербурге, конфликтологическое образование. Тимошина Илья, Центральный банк Российской Федерации, город Москва, глава колл-центра, конфликтолог, потому что колл-центр это не только вопросы там о деньгах, это в первую очередь конфликт с другим, с самим собой. По профессии работает. Да. Софиярова Рима, международная компания Роберт Бош, это как раз вот знаменитый Роберт Бош, они не только, оказывается, стиральные машины выпускают. Специалист по подбору персонала в кадровой службе. Вот, уважаемые телезрители, смотрите, какие всходы взошли за относительно короткую историю. Нам же не 100 лет, не 50 лет, как это физфаку там, или химфаку, или юрфаку. Нам всего лишь 5 лет как институту, ну, 10-20 лет отдельном направлении подготовки. А что будет дальше? Дальше будет больше. А вот по поводу, что будет дальше. Вы знаете, в Казанском университете давно социология есть. У меня всегда возникает такой вопрос, а почему в Казанском университете нет структуры подобной ЦОМУ, ФОМУ, ну, хотя бы региональные повозки, которые бы медийно хорошо выстреливал бы. И, отличный вопрос. И, спасибо. А вот чтобы это все было на слуху. Ну, во-первых, в университете есть социологическая лаборатория, наша институтская. Она делает очень много социологических опросов, исследований, чисто прикладных. Ну, могу вам сказать, что ежегодно мы предоставляем ректору большой отчет о социальном самочувствии студенчества. Он носит, ну, скажем так, характер ДСП, служебка, да. Но без этого руководство не представляет. Это довольно большой, математически оформленный, с выкладками. Я его всегда визирую как директор, сам читаю, очень интересно. Это отдельная песня. Сейчас, вы знаете, очень много исследований, буквально вот как пирожки. Значит, из печи очень много заказов чисто внутриуниверситетских. Это вот ректор получил делать социологические исследования эффективности проведения мероприятий про наука. Деньги ведь тратятся. Какой выход? Мероприятия, связанных с деятельностью музеев. Вот посещают люди, а потом они как-то связываются жизнь с университетом, абитуриенты и так далее. Проводим каждый год, вот нынче как раз закончился социально-психологический мониторинг всех студентов университета. Это не соцсамочувствие, это по заказу Министерства образования нашего. Охватываются у все лицеи 18 институтов, вот сегодня дедлайн, мне как раз принесли отчет социологи. Мы выступаем как организаторы, то есть вот сама организация, она в электронной форме проводит полтора месяца, все делают наши социологи. Вместе с тем, ваш вопрос очень правилен, масштабы исследований, актуальность исследований, они, конечно, требуют уже большего, ну что ли, большего института социологического, вот, нежели чем лаборатория. И вы смотрите как в воду. Значит, в начале этого года к нам поступило письмо директора Института социологии РАН, академика Горшкова, с предложением открыть региональный филиал этого института, если угодно, Поволжскую лабораторию на базе нашего университета, на нашем институте, с финансированием как из Москвы, так и со стороны университета, которая бы работала именно по заказу федеральных властей. То есть делала соответствующие опросы, мониторинги, исследования, ну, которые интересуют федеральный центр, скажу так. Значит, мы уже послали, как бы, получили соответствующие письма, написали нашу реакцию, Ильшат Равкач написал. Ну, в общем, документ в работе. Документ в работе. То есть скоро ждем визита господина Горшкова к нам. Он давно не был в Казани сам. Значит, и это их инициатива. Нам это очень приятно. Тогда, конечно, масштабы и уровень центра, если он будет, ну, значит, будут отвечать уже именно федеральному университету. Почему ваш прогноз? Когда мы увидим первые? Мы хотим до конца года все-таки его институт легализовать. Для этого надо подписать соглашение, там, юристы должны посмотреть, финансирование определить. Ну, вы знаете, это не быстрый процесс. Если посмотреть ленту новостей, любую, да, в более приличном издании, обязательно ссылки на последние исследования там, в ЦОМ, в ФОМ. Просто какая-нибудь хочется увидеть там и КФУ. Тут по данным КФУ, хотя бы даже на региональном уровне, сравнение жизни там, в Самаре, Казани, Нижний.
Но вместе с тем обращу ваше внимание, что эксперты наши, скажем, Андрей Георгиевич Большаков, за кафедрой конфликтологии, уже у журналистов примелькалась фамилия. И вот последнее, значит, экспертом как раз профессор Ефлова выступила, она социолог, Праймерес, вот, который был, да, поработал. 23 издания опубликовали текст выступления Марии Юрьевны Ефловой. Она даже мне перечислила. 23 электронных издания. Ну, на Большакова, например, достаточно, это уже стандарт ссылаться. Он уже, это трейдмарк. Уж республиканские тренды, это он всегда комментирует. Михаил Дмитриевич, вот вы несколько раз упомянули такое новое и такое загадочное, может быть, направление — конфликтология. Вот, скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, в чем суть, чему учат? Это какие-то медиаторы или... Совершенно какие-то... верно. Но необходимо просто отделить конфликтологию от медиации. Хотя это стороны одной деятельности, да. Задача конфликтологов – это, в первую очередь, досудебное урегулирование различного рода конфликтов. Ну, жизнь, она сама по определению конфликтна. Без конфликта жизнь теряет свое развитие. Противоречие, как известно, движитель нашей жизни. Есть традиционные инструменты разрешения этих конфликтов – суд, органы исполнительной власти и так далее, государство, третейский. Но в целом мир все-таки демонстрирует, очень такая тенденция очевидная, и вы ее тоже прекрасно подмечаете и пишете о ней. Все-таки во всем мире идет либерализация соответствующих вот способов, ну, смягчения. То есть, ну, не надо вот так жестко сразу там кодексом, насилием и так далее. В экономически развитом обществе, конечно, люди в первую очередь должны договариваться, а уже потом только стучать кулаком по столу или там по решетке, по обезьяннику и тому подобное. И вот конфликтологи, они как раз учатся тем методикам работы с конфликтными сторонами, в первую очередь это трудовые конфликты, конфликты общественные, и что очень важно, это у них фишка, и мы даже не представляем, вот, как можно без этого сейчас наших конфликтологов, мы без них просто потеряем. Это, конечно, конфликты между коренными и мигрантами. Вы знаете, проблема стоит исключительно остро. И здесь кафедра Андрея Георгиевича Большакова делает очень-очень многое. Так бы я ответил вам про конфликтологию. А медиация – это тоже, собственно, история минимизации вот соответствующих споров, столкновение интересов, конфликты интересов. Но могу сказать, может быть, этим не очень удобно гордиться, но это факт жизни, что востребованность конфликтологии, конечно, к сожалению, надо говорить, но по-другому жизнь пока не поворачивается, во многом связана с достаточно серьезным уровнем экстремизма и радикализма со стороны известных общественных акторов. Не мне вам говорить. И со стороны религиозной секты, и со стороны, значит, оппозиционных некоторых незаконно, так сказать, существующих субъектов и тому подобное. И поэтому вот то, что мы называем экстремизм, терроризм и, значит, радикализм, это все сразу ассоциируется. Конфликтология, Большаков, его команда и так далее. Вы не представляете, какой объем работы они проводят. Экспертный. Есть, вы знаете, центр у нас уже в 2011 году создал университетский, ну, фактически при кафедре конфликтологии по регулированию, значит, по противодействию экстремизмам и, значит, радикализму. Он обслуживает на 1 000 000 рублей в год в целом, значит, и по заданию, ну, скажем так, компетентных органов, не буду вам раскрывать, и просто по запросам предприятий в части медиации, значит, вот где-то у них 800 тысяч миллион они осваивают по образовательным программам. Единственный вообще в университете, в городе и, думаю, в республике, потому что все заказы по линии Совета Безопасности, силовых ведомств, муниципалов, потому что там в муниципалитетах тоже люди должны учиться этому,
постоянно проходят подготовку перед подготовкой в этом центре. Мы не раз имеем благодарности по линии от Совета Безопасности и так далее. То есть тем самым гарантируется научный подход. Лучше бы, конечно, этого не было вот в части экстремизма и терроризма, но, увы, это есть. Так, и этому надо противостоять. А можно ли, если это можно, сказать о каких-то конфликтах, которые были улажены с помощью ваших специалистов? Это надо приглашать конфликтологов, и они вам расскажут. Конечно, о целом ряде конфликтов они вам никогда разрешенных не скажут, по понятным соображениям, да. Но у них есть достаточно успешный опыт, есть знаки признания. И, замечу, они проводят очень большую работу, такую профориентационную, значит, с молодежью, ну, постоянно, в разных местах, в разных локациях. Вот только что я подписывал дипломы, значит, участников будущей школы с 4 по 7 июня будет в Иннополисе для школьников, молодежи, летняя школа «Контакт». Там вот буквально детей, дети тоже очень склонны к конфликтам, уверяю вас. Вы же сами, наверное, отцы, знаете, что такое современные дети школьного там или ранее студенческого возраста. Вот будут мальчишкам, девчонкам в игровой форме, геймификации, там, через увлечение, развлечение, они, кафедра молодая, продвинутая, будут, в общем, в игровой форме показывать, как избегать или минимизировать конфликты там, с учителем, с мамой, с бабушкой, с соседкой, с соседом и так далее. И тем самым, конечно, у многих детей после этого возникает просто интерес. Все, конечно, не пойдут там через 5-7 лет на конфликт. Но у кого-то, если в 11-12 лет молодежь, она сейчас продвинутая в этом отношении, что-то его зацепило, значит, возможно, через 7 лет он придет учиться сюда конфликтологии. Правильно понимаю, вы так с таким жаром, с таким интересом рассказываете о вот этой кафедре, о этом направлении, что и востребованности этого направления. Да. Правильно понимаю, что как раз вот с выпускниками этого направления проблем с трудоустройством именно по профилю нет? Вы, то есть, правы, у них там, может быть, очередь стоит за ними? Если... Ну, могу вам сказать так, что, ну, конечно, во многом ими заинтересованы специальные службы, ведомства, понятно почему. И во многом, значит, они находят работу, значит, в службах ФМС, миграционная служба, поверьте. Если вот, ну, предметно, если вот вы поговорите, они могут рассказать, там ведь очень непросто, ведь, понимаете, люди приезжают к нам из ближнего зарубежья, из дальнего, другая культура, другая идеология, другое мировоззрение, другие привычки там, начиная от молитвы, кончая хиджабами, и это все ведь может развернуться очень нехорошую сторону, если превентивно вот так не начинать работу по медиации, по... минимизация этих конфликтов. То есть, одним словом, это перспективное, очень многообещающее направление, да, и да. Абитуриентам надо обратить на него внимание. А вот более того, скажу, вот последний, извините, наверное, тоже разговорился, как предыдущий психолог. Значит, обратите внимание, что конфликтологи тоже не богаты бюджетными местами, но при этом, вот мы уже готовим конфликтологов с 6-го года, как кафедра образовалась, а подготовка, наверное, была, началась и раньше, они почти 10 и более лет до 16-го года набор делали исключительно коммерческий. Государство не выделяло бюджетных мест. То есть то, что появились бюджетные места, это признак того, что государство заинтересовалось. Да, нам пришлось мешаться, там писали письма, Ильшат Равкадыч поддерживал. Я даже одно время, Лев Иванович был министр, с ним встречался по этому поводу, когда он приезжал сюда. Ну, просто это показывает, что люди готовы платить деньги, все-таки деньги немалые, я вам сумму называл, но твердо зная, что это гарантия трудоустройства. Михаил Дмитриевич, давайте поговорим о политологии. Я еще по конфликтологии один вопрос задам. Давайте. Вот сейчас в России есть две такие наиболее яркие точки, высвеченные в общественном пространстве, конфликтов. Это Архангельск, ШИС, по-моему, да, называется, и Екатеринбург, вот этот сквер знаменитый. Я не знаю, вам ли это вопрос, или вопрос к кафедре, но, может быть, вы подскажете, как бы вы эту ситуацию разрулили, чтобы там до конфликта не дошло? Самый... отработанный способ, и он вам прекрасно известен, это в первую очередь делать замеры и опросы общественного мнения.
С этого надо начинать. Если мы пытаемся, ну уж я не говорю там построить, но хотя бы сохранить и как-то укрепить еще слабые ростки гражданского общества, оно начинается именно с этого. Власть должна услышать Vox Populi, голос народа. Ну, у власти есть шикарное средство в виде там спецмашин, каратель, такой, ну, ОМОН, я не могу сейчас, это не та тема, где обсуждают, да, такие вещи. Журналисты всегда эти вот рано или поздно все равно начинаете цеплять то, что, давайте, может быть, не самое актуальное в нашем разговоре. Давайте от карателей немножко спустимся, опять-таки, на немножко другое направление, которое у всех на слуху. Верь, правильно, выруливает наш капитан. Которое у всех на слуху, это политология. Домороченных политологов, людей, которые называют себя «я политолог», стало так много, от них рябит в глазах, и любой, кто там может связать пару слов, он себя объявляет политологом и начинает вещать. И думаешь, ну, это ж так просто, зачем? Вот философ таков, таких не вот нет, да, зачем? Домороченных, а политолог, философ это такой. Зачем? Да, да, нет, а чего, да. Зачем эта политология, зачем на нее платить деньги, вот идти в КФУ и на нее учиться еще? Ну, вы абсолютно правы, к сожалению, вот это все ягода одного поля, там, доморощенные академии, сколько мы с вами их знаем, начиная там от академии там телевидения и заканчивая там академией рыбы, академией холода и так далее, каких только нет. И вот такого рода доморощенных, значит, директоров, генеральных директоров каких-то институтов политологии, политологических центров, от которых рябит уже на экранах, в интернете и так далее. Ну, скажу, пусть эти коллеги, если они коллеги, на меня не обижаются, это по большей части самозванцы. Есть там, конечно, фигуры, ну, скажем так, адекватные этому термин, да, талантливые самоучки. Но все остальные, это, конечно, я не знаю, имитаторы или просто самозванцы. Вот достоинство как раз нашей кафедры, одно из немногих, кстати говоря, в России, с 25-летней уже историей, если говорить о профессиональной подготовке, как раз состоит в том, что там большое внимание уделяется именно фундаментальному политологическому образованию. Ну, не мне вам говорить имя член-корреспондент нашей академии профессора Фарукшина Митхат Хабибовича. Он в 2014 году вообще один из немногих, который был удостоен золотой медали имени Шахназарова Российского общества политологов. Есть такая общественная ассоциация политологов, профессионально-общественная. Ну, носители этой награды можно пересчитать, ну, наверное, по пальцам двух ног и двух рук. Вообще это редко присуждаемая вещь. Шахназарова все, наверное, знают. Отец знаменитого режиссера, известный политолог, общественный и государственный деятель. И вот Митхат Хабибович был ей удостоен. Это ли не знак признания федерального центра? Это же не местного разлива награда. Достижения политологов. А вот то, что так много, ну, как мы обозначили, самозваных политологов, и они мелькают на экране, и они зарабатывают деньги в конце концов, да? Не говорит ли о том, что эта тема очень востребована? Что если человек может вещать на эту тему, какие-то мысли высказывать свои, и уже объявляя себя политологом, и его сразу вытаскивают на телевидение, он сразу попадает в медийное поле. Значит ли это, что... Не говорит ли это о том, что эта работа востребована, это дело востребовано? Возможно, вы и правы в части востребованности именно в качестве медийных фигур. Настоящая наука политологии, которая готова и предлагает власти, заинтересованным субъектам, соответствующие политологические решения, технологии, критический анализ, может быть, не всегда вот так удобно на слух в популярных передачах. Ну, мы знаем, аудитория масса, она разбалована, она в нашем обществе, как и везде сейчас, значит, не склонна к глубокому анализу, к критическому мышлению, все надо быстро, в картинках, раз, два, три, вот, под посылкой, да, вот, и так далее. Вот, например, блестящий политолог Григорий Голосов, его имя что-нибудь говорит массовой аудитории? Вряд ли. Нет. Его знают, ну, такие... Кстати, Михаил Андреевич, а кого из политологов вы порекомендуете нашим зрителям, если они темой интересуются, кого вы сами слушаете,
чье мнение вас интересует. Возможно, они не такие голосистые и не такие языкастые, но тем не менее они компетентные. Вы имеете в виду федерального уровня или наша кафедра? И федерального, в первую очередь, потому что мы сейчас говорим о медийном отражении. Кого вы сами смотрите, слушаете, обращайте внимание на чьи работы? Ну, я непосредственно сам политологией профессионально не занимаюсь, поэтому больше ориентируюсь, ну, на академическую литературу. Я сейчас не готов вот так ответить пофамильно, потому что, ну, затасканными фамилиями там мне говорить не хочется. Почему? Скажите, это вот из этого скупа лиц, даже если фигура известная, ну а что ж, значит, не может доверие определенное. Знак качества. Ну вот неплохо выступает Делягин, есть такой. Ну, про Олега Викторовича Морозова тоже могу сказать, но он не так часто выступает вот в такой публичной диалоговой форме. Очень глубокий, конечно, мыслитель у нас Митрохабич Фарукшин. Андрей Георгиевич, он же тоже политологический институт, Большаков, как возглавляющий кафедру. Из молодых очень глубокий и такой развитый, вообще наша, одна из наших звезд, это доцент с политологии Виктор Владимирович Сидоров, и, наверное, знаете, он частенько тоже... На праймерис отличился. Совершенно верно. Принимает участие в публичных мероприятиях, такой современно медийно-подвижный. В общем, вообще. Держим пальцы, чтобы он, наш парламент прошел, и у нас появился свой. Да. Вот он из молодых таких, вот у него, ну и своеобразие такое, он по-молодому так смотрит у него, и литература такая интересная, но он одновременно глубоко такой философствующий, рефлективный, вообще хороший парень во всех отношениях. Еще одно направление, которое достаточно, вот с чего я начал, то, что это способ объяснения мира, что это любовь к мудрости, вот, философия. Казалось бы, такая оторванная, в общем-то, вещь, и у большинства у нас, вот, как обывателей, мнение философов, это вот как от людей не от мира сего, денег это не приносит. Это да, было у отца три сына, двое умных, третий философ. Вот. И вот такого рода идут, такое рода есть общественное мнение. Тем не менее, есть конкурс, люди стремятся и хотят в КФУ на философию. Что влечет их вот на такой, казалось бы, отвлеченный? Спасибо, Альберт. Я бы еще добавил, хороший кто вопрос. Это люди? Потому что, я так понимаю, философский склад ума – это состояние, да? Это нет, не диагноз, конечно, но это определенное состояние человека. В хорошем смысле, потому что у меня философия это вызывает благоговение. Этот способ мышления на нескольких уровнях, когда ты выходишь там, ты понимаешь, что дальше второго, третьего уровня ты уже не зайдешь, у тебя просто голова начинает кипеть, а люди там на седьмой выходят какой-то, к небесам, это просто, ну, вызывает. Да, там в обывательском представлении философы – это чудаки своего рода, да. Но, как известно, чудаки украшают мир, и мир без чудаков тоже бы очень много потерял. Я, как профессиональный философ или преподаватель философии, лучше сказать, конечно, много и долго могу говорить о философии, и вам, надеюсь, понравится. Я могу сказать, что философ – это художник мысли, одно из самых лучших определений – художник мысли. Если ученый – это конструктор мысли, инженер мысли, то философ – это художник мысли. Я могу сказать, что философия – это исповедь по поводу мира коллективного «мы», выраженная через индивидуальное «я». То есть вот философ, а философия всегда глубоко личностна, он как бы через себя пропускает рефлексию мира всеобщую по поводу природы, общества человека, но пропущенную исключительно через его личное «я». Ну и так далее. Но мы все-таки не на симпозиум и не на лекцию по философии собрались. Если говорить вот так непосредственно, что влечет и почему, и вот здесь есть предварительный вопрос – зачем нужны философы и так далее, могу как чиновник, как директор сказать вам. Вот только что на днях поступили предварительные предложения или там проекты федеральных государственных образовательных стандартов следующего поколения. Сейчас 3++++, вы знаете, это, видимо, не 3-4+, а или 4, ну, все течет, все изменяется. И компетенции, вот бакалаврский уровень, которые
значит, прописаны универсальные, которые мы должны формировать у студентов всех направлений. Вот на какой вот специальность не учился, ГОС предписывает это. Первое стоит, первое, системное и критическое мышление. Вот у меня, господа журналисты, к вам вопрос. Вот как вы считаете, какая вообще отрасль знания, хоть все берите, от искусства там до экономики, какая отрасль несет ответственность за формирование системного и критического мышления? Я думаю, ответ очевиден. И никакая наука, никакая религия тем более, никакая там менеджерализм и так далее, популярные вещи сегодня, они критичность и системность мышления в полноте, в отличие от философии, на таком же уровне произвести не могут. А ведь посмотрите, все выступления выдающихся специалистов в области высшего образования, сейчас много же дискуссий, что будет с высшей школой, с университетом, к чему приведет цифровизация образования, всемирный веб-университет будет, все университеты обречены на вымирание, вот эти физически аналоговые, ну, много можно говорить. И тем не менее, когда спрашивают, а кого вообще они должны в жизни-то готовить, потому что рынок настолько быстро меняется, что человек, даже поступая на самую супер какую-нибудь там продвинутое направление на первом курсе, на четвертом направлении может выйти так, что уже после четвертого курса этого направления уже нет, оно задвинуто и сменилось новое. Потому что, ну, нельзя говорят, важны не бренды, а тренды. Тренды. Надо нюх иметь на тренды. И все признают, как бы ни был изменчив рынок, как бы ни менялись профессии, как бы ни менялись направления подготовки, никто не освобождает высшую школу от формирования системного критического мышления. Потому что в нашем стремительно технизирующемся мире, когда все будут делать роботы, когда за нас будут искать искусственный интеллект, когда все мы и сейчас, а в будущем еще больше станем манипулянтами, заложниками тотальных манипуляций, сама попытка посмотреть критично, значит, всесторонне, со стороны, и сказать, а на самом-то деле вот нас используют, грубо говоря, а вот если ты хочешь остаться суверенным, самоценным, самодостаточным человеком, а людям всегда противно, ведь когда их используют помимо воли, для этого у тебя должно быть критическое мышление. То есть надо обладать... Вот эту позицию философию позволяет выработать позицию вне нахождения бытия, такой есть термин философский, вне бытийное нахождение, что я как бы выхожу вот из этого универсума манипуляции, ну, пытаюсь выйти, я, конечно, не могу с себя все это скинуть, мы все, нами все равно манипулируют, но хоть ну, немножко все-таки отойти и посмотреть, а где собака-то на самом деле зарыта? Так ли уж правильно... Что нам говорят, так ли уж правильно, к чему нас призывают, так ли уж правильно, так сказать, на что нас мотивируют и так далее. Быть осознанным. Меня сильно удивляет, что вам вообще бюджетные места дали на такие вещи. Вы готовите очень опасных индивидуумов. Ну, звучит. Вы, наверное, может быть, не очень хорошо думаете о нашем государстве, но оно еще совсем не такое плохое, как думаете о нас, журналисты. Замечу на этот счет, что... На самом деле, подготовка в области философии по стране, вот я вам цифры приведу, осуществляется в достаточно скромных масштабах. Вот, чтобы вы знали, я вам твердую цифру говорю, потому что я сам член федерального объединения в области философии, религии и этики, такая группа, единая группа у нас, УГС. Значит, всего дали 906 мест по всей стране, по философии, религоведению, этике, это вот три направления, всего 906 мест по всей стране, ну, КЦП, бюджетных. Но все равно народ идет. Вы знаете, по поводу... Для сравнения, историкам дали 6,5 тысяч, и нам 900. Есть разница? Чисто философ там еще это меньше. Вот поэтому Рустам говорит, вот зачем вам государство дает. Не слишком оно много-то дает. Что потому такое 900 мест, 81 вы субъект? Вы готовите, 10 человек на субъект. Вы готовите людей, вы готовите индивидуумов, которых будет не пробирать реклама, которых не будет пробирать пропаганда, которые не будут встроены эти механизмы, которые в качестве громадные деньги, инвестиции, механизмы манипуляции. Мы стараемся это делать. Они будут жить в стиле дизайн, как говорил Мартин Хайдеггер. Приятно, Альберт, что вы такие термины
употребляете? Вчера... Вы, если вы знаете, как приятно это журналисту слышать. Оторванность от технического этого взгляда на мир, когда люди будут быть... Стараться быть остаться. осознанными. Я еще человеками, остаться человеком. Я хочу еще одно слово сказать в защиту философии с точки зрения... Как это... Нет, сегодня, наверное, точно мне... Я люблю эту науку. Этот знак отметить. Один из любимых моих предметов, когда учился на истфаке. От журналиста тем более. Недавно, в конце слышать? Марта, в Казани выступал академик Говорун. А. Это академик медицинских наук. Биолог, да. Биолог, да. Он физтех московский, там профессор. И он выступал перед клиникой нашей. Было руководство клиники. Я наслышан, да. Меня не было, но я наслышан. Обалденская лекция я записал. У меня как уже домашняя такая. Но он известная послужит. Фигура, да. И он сказал вот этим врачам, которые сидели, там, дорогие мои, вот есть такой философ, по-моему, Фуко. Я вот да, так, Мишель да, Фуко. Да, Мишель Фуко, француз. У него есть книга «Клиника». Вот вы рождение, говорите... не клиника, а рождение. Да, рождение клиники, да. Рождение клиники. Вы говорите о новой клинике. Возьмите с этой книги. Потому что подходы, которые описал этот человек, а эта книга, она не самая свежая. И не самая легкая для чтения. Она у меня есть, я ее начал читать. Так, ну, это не просто, я думаю. Вот, сам факт того, что практическая задача по изменению клиники, осовремениванию, которое стоит перед университетом, начали с философа, с его работы философской, я считаю, что это как раз тот самый знак, тот самый флажок, который показывает необходимость, нужность и то, что в основе всего лежит вот это. Вообще, Михаил Дмитриевич, наверное, приятно, когда заходите в книжный магазин, вы заметили, как резко увеличилось количество философской литературы. Ну, я бы сказал, что там многие вещи как бы околофилософские. Нет, и околофилософских, и действительно философских. Вот сейчас даже можно зайти в самый захудалый книжный магазин и увидеть даже Канта. То есть критика чистого разума. Да, в этом смысле классика появилась. Классические опять, вещи, да. Они есть, и народ тянется, и это же раз существует предложение, значит, есть спрос. И не то чтобы даже там народ, там, не то чтобы какие-то там отдельные там личности тянулись. Это сейчас вопросы философии, они везде, и я даже обратил внимание на какую-то даже общую такую тенденцию, увлеченность даже во властных элитах философскими вопросами. Вопросами, вот сейчас, например, пытаются вывести русскую философию. Вот что вы о ней думаете? Вот, то есть там, наша какая-то вот своя сермяжная русская философия. Это Ильин. Это там много фамилий. Продолжение, да. С Чаадаева начинаем. Да. И вот сейчас пытаются делать какой-то конструкт философский. Скажите нам ваше отношение к этому. Ну, если отвечать на ваш последний вопрос, конкретный, значит, какое место русская философия занимает вообще в аналах мировой философии, традиционная точка зрения, которую мы, кстати, в сфере образования философов проводим, она застолблена уже десятилетиями в учебниках и так далее, состоит в том, что русская философия, начиная с Чаадаева, славянофилы, значит, сторонники западники, потом и весь этот, значит, марксизм-ленинизм, много там линий и так далее, космизм русский, она бесспорно несет в себе черты самобытности, оригинальности, то есть ее можно признать как оригинальным учением, но она в этом смысле, местечковая. То есть у нее нет модуса универсальности, как у Канта и Гегеля. Вот Кант и Гегель в Европе ли, в Америке ли, в Китае ли, в Японии ли, в России ли, везде является достоянием мысли этих людей. Везде есть проблемы там, в науке, в организации общества, в понимании мира, которые мы можем, если хотим, в Японии, и в Германии вычитать у Канта, если мы сторонники Канта. Считается, я говорю, традиционной точки зрения, считается, что русская философия, помимо ответов только на исключительно запросы России, больше не может ответить. То есть она не может удовлетворить в этом смысле немца, американца, азиата и так далее. Но, в отличие от классической европейской философии. Тем не менее, хотят идеологию на ней сформировать,
Речь идет о консерватизме, о нашем таком... Вы правы. Я подтекст, Альберт, ваш вопрос прочитал, сразу понял. Но в последнее время, я не знаю, честно говоря, по каким причинам, я могу догадываться, как и вы, но линия на то, что раз мы самобытные, и философия наша самобытна, то вот мы такие, и вот дальше как бы это... Вот, все наше, как у Пушкина, вот в этой философии, вот это. А вот то, что философское развитие другого сорта, имеющее универсальный модус, ну, оно как бы на, Россия, к нам и не очень не относится. Россия да. Родина слонов. Да. То есть, если согласно Марксу, да, да, совершенно верно. Ленин о слонах, болгарский слон самый лучший друг советского слона. Я это все хорошо помню. Почему был такой интерес к западной философии? Ну, ясно, через призму марксизма. Марксизм – это западноевропейское учение. Марксизм. Это... Маркс стоял на этих плечах, вы же помните, Канта и Гегеля. И ясно, что было... Ну, раз мы строили все по Марксу, Ленину, понятно, что духовные истоки, один из источников марксизма, помните ленинскую статью, это, конечно, немецкая классическая философия. Но с тех пор прошло много времени, много перемен произошло. И сейчас уже начинают говорить, ну, как бы вот мы недооценили русскую философию. На самом деле она для нас, я немножко утрирую, более сущностна, нежели чем наследие Запада, философское наследие Запада. И эта тенденция есть. Вы, как журналист, ее, конечно, очень остро чувствуете и догадываетесь, наверное, вот, много. Вы знаете, вот когда Альберт задал вопрос о том, что обратил внимание на... Даже не вопрос, а обратил внимание на то, что появилось очень много философской литературы в книжных магазинах. Эта литература востребована, значит. А я не вижу в этом, скажем так, признак... А не тревожный ли это признак? Обычно, когда люди начинают обращаться к философии, значит, их что-то начинает не устраивать вот сейчас, здесь, сейчас. И начинают искать ответы. Когда у тебя все хорошо, ты не полезешь читать, искать эти ответы у Гегеля, Канта, в современной философии. Даже у Ильина не полезешь искать, потому что тебе это не надо. Если появились потребность в Ильине, Чаадаеве и Гегеле... И в том же Фуко даже. Да, и Фуко. Значит, у тебя есть проблемы, ты должен их найти решение. Можно так вот сказать? Ну, Рустам, я просто могу поаплодировать вам. Вы воспроизвели мой ответ. Да, история... Гражданская история, история человечества, европейская, по крайней мере, показывает, что в сытые, комфортные периоды интерес к мировоззренческим отраслям утихает. Ну, потому что не щекочет ничего в жизни, все в шоколаде. Тут как бы философия. А вот когда что-то начинает уже царапать, щекотать, не все нравится в жизни, люди начинают уже копать. А почему? То есть возникает уже мировоззренческая рефлексия. Что такое мировоззренческая рефлексия? Это мои мысли о том, что есть общество, куда оно идет, что есть природа, куда оно идет, что есть человек, что я могу делать, что я должен знать, на что я могу надеяться. Да, кантскими словами. Вот Мартин Хайдеггер, знаменитый немецкий философ, он говорил о том, что об особом состоянии чувства человека – это чувство заброшенности в этом мире. То есть люди понимают, что все куда-то катится. Вот, ну, а он заброшенный, одинокий. И один на один, как один с этой стеной внешней реальности. Вот и он начинает философствовать. И включается то, что действительно человек начинает осознавать себя. Это очень хорошая вещь. И я даже считаю, что с дальнейшим развитием науки, техники, накоплением стрессов, накоплением, давлением общества на человека... Не только там, каким-то политическим давлением, но и информационным. Технологическим. Это человек будет тянуться к философии, и философии будет еще больше спрос, еще больше поисков ответа на то, как с этим справиться совсем. А причем в нашей истории отечественной были же периоды, когда интерес к философии, который возникал в обществе, подавлялся, ну, достаточно грубой полицейской силы, в том числе в Казанском университете это была история, когда закрывали философские факультеты. Не только в Казанском, закрыли по всей России. По всей России. То есть просто закрывали философские факультеты, чтобы люди, ну, не искали эти ответы.
Ну, вы же помните эту сакраментальную фразу, которую тогдашний министр написал, а император подписал? Польза от философии не доказана, а вред очевиден. Вот это первый анекдот, который философ сообщество всегда, когда мы начинаем. Я думаю, это можно вывести. Это же так прямо, правильно сказано. Польза не доказана. А вред, вот как он так говорит, кому вы готовите, очевиден. Ну, чем все дело кончилось? Прошло 5 лет. И под гиканье Европы, ну, потому что Европа, понятно, да, как на это смотрела, значит, Александр II, это же Николаево решение было, Александр II, когда Николай помер в 55-м году, и в 61-м году спустя все было открыто. Я думаю, если бы в 54-55-м году Европу бы в Крымскую войну победили, ничего бы не открыли. А так было, стало понятно, что... Должен быть твои правы. Тот тамошний хай-тек, который пришел сюда, и силы этого хай-тека разнесли, ну, в общем-то, надо было догонять. Михаил Дмитриевич, вот нас смотрят не только люди, которые хотят попасть в университет, но и люди, которые смотрят канал «Универ ТВ». И действительно, интерес к философии есть у людей. Вот что вы посоветуете неофиту прочитать, что близко вообще вам по духу, и как вы считаете, вот с чего начинать вхождение в это критическое мышление? Имеется в виду, кто решил связать жизнь с философским образованием, или просто кто интересуется философией? Нет, сейчас большой пласт людей, интересующихся философией, ищущих ответы. Уже состоявшихся в своих профессиях. Да, ищущих, вот у него есть, допустим, производство, или он ходит там, входит даже как обычный бюджетник на работу. Но вот его вот эти вот мысли сейчас о том, ну, смысл. Возраст, это называется вхождение в кризис среднего возраста. Очень часто приводят... Почему? Молодежь, она активно интересуется. Полушутка. Есть разные пласты философской литературы. Конечно, начинать с таких, ну... грубо говоря, профессиональных текстов дилетанту начинающимся очень сложно. Он скорее отпугнет его, потому что, ну, язык птичий, прямо скажем, понятный только избранным вот таким вот преподавателем философии, как ваш покорный слуга. Но есть немало популяризированных философских текстов. Скажем, вы помните, несколько лет назад, по-моему, на рубеже веков был очень популярен творчество Пауло Коэльо. Вы помните, это псевдофилософские, изложенные в таком художественно-историческом стиле, небольшие там повести, романы, рассказы и так далее. Народ их глотал, как пирожки, действительно, из печки. Там, в такой свободной форме, доступной, как раз вводят людей вот в поле мировоззренческой рефлексии. Второе, я бы посоветовал начинать, как всегда, с классики, потому что философия – это, в первую очередь, история философии. Не зная историю философии, вообще нельзя говорить о философии. Как ни странно, но сегодня достаточно просто можно читать того же Платона, того же Аристотеля. Они написаны вот как раз... даже иногда наивным, таким простым языком. Вопрос-ответ. Да, диалоги. Рассуждения такие вот незаморочечные, понимаете, предложения там вот не на, в толстовском там масштабе на 1,5 страницы. И люди, кстати говоря, убеждаются. Проблемы все те же. Все те же, которые мучают людей же 2500 лет. Откуда мир? Куда он идет, что есть история, что есть человек, что есть добро и так далее и тому подобное. А дальше уже по вкусу можно двигаться или в предметном направлении, если кого-то что-то цепляет, кого-то этика цепляет, кого-то эстетика, кого-то эпистемология, там, учение о познании. Ну, может быть, в связи с профессиональным интересом, в связи с микросоциальным окружением, там, проблемами в семье и так далее. Вот. Или идти дальше по хронологии. Средневековье, новое время и современная мысль. Но начитать, еще раз говорю, современная мысль с философии 20-21 века, профессиональный такой, ну, это нужна очень сильная мотивация. Очень сильная мотивация. Так же, как не стоит начинать с Гегеля. Я всегда так шучу. Если вас мучает бессонница и не,
не помогают никакие пилюли. Откройте науку логики Гегеля, гарантирую, на третьей странице мозг вы западете в хороший долгий сон. Но это для профессионалов. А если не западете, откройте Канта. Да, можно сказать. Там уж точно вас. Надо добивать все надо Хайдеггером. Это уже все. Ну, с Хайдеггером, согласитесь, сложно начинать. Хорошо, что вы как-то оперируете, надеюсь, и читаете его. Скажите, а вот возвращаясь к нашим родителям. Как родителю рассмотреть, даже не в выпускнике, да, в подростке, там, в среднем школьном возрасте, даже, может, в вашем школьном возрасте, будущего человека, который, может быть, заинтересован в философии? Какие-то есть отличия в поведении? Какие-то маркеры его поведения? Какие-то что? Увлечения, да. Что? Как вы сами были? Да, я прочитал этот вопрос, мне был как бы предзадан, чтобы я подумал. Вопрос, конечно, непростой, но некие такие метки, маркеры, маячки действительно существуют. Во-первых, это человек, который любит читать, но не детективы нашей выдающейся писательницы Дарьи Донцовой, которая увлекается, первое место, самый читающий автор в России, как известно, я не о ней говорю. Читать серьезную литературу, возможно, не столько философскую, художественную, там, политологическую, возможно, но серьезную. И читать желательно по книгам. Я не против интернет-чтения, не против электронных текстов, но книга, она, понимаете, все-таки великий продукт человеческой цивилизации, да, она располагает несколько к иному стилю освоения текста, когда можно вернуться на прежнюю страницу, сделать остановку, пометить, переосмыслить, отступить, поиграть мыслью, а без этого нет рефлексии. А интернет что? Отсылки, гиперссылки, гиперссылки, и тебе уже не надо мыслить, у тебя информация какая-то вот. Унесло. И все. Это общеизвестное и достоинство, и одновременно сильнейший недостаток университета. Во-вторых, человек должен хорошо, если не говорить, то, по крайней мере, писать. Все-таки философия и письменный текст — это две стороны одной медали. Кто ясно мыслит, говорил Шопенгауэр, тот ясно излагает. Равно как и наоборот. Кто ясно излагает, тот ясно мыслит. Я не буду сейчас свои впечатления говорить о том, как пишут даже школьники, как пишут в интернете, что теперь уже даже переходят, как говорится, с олбанского языка на уже язык пиктограмм. Теперь же никто не пишет, а только там смайлики, все эти рожицы и так далее. Это не самый лучший позыв к философии. Ну и, конечно, хорошо бы разглядеть в человеке именно критичность мышления. Это, пожалуй, самое сложное. Здесь надо четко видеть границу между обычным злопыхательством. Вы понимаете, вот, ну, недоволен чем-то молодой человек. Вот отец мало денег дает, там новый девайс не покупает, девчонки все какие-то не такие. Ну, это свойственно возрасту, да. Но это не философствование. Философствование — это попытка увидеть несовершенство мира и одновременно предложить, что можно сделать для улучшения мира. Конструктивная роль. Ну, конечно, вот на уровне ребенка. Раньше говорили, что философия предполагает и такое кабинетное одиночество. То есть философ это всегда, знаете, творит в тиши. Сегодня в условиях интернета, в условиях новых форм коммуникации, в том числе и образования, появления медиатекстов, я бы не сказал, что философ должен чураться мира. Хотя для большинства философов, я здесь не пример в этом отношении, значит, конечно, дистанцирование от мира, вот эта надмирность, чудачество вот это, иногда такая бытовая неприспособленность, если нет хорошей жены там, или там, матери заботливой, она, конечно, свойственна. Это надо признать. Он в этом не отмыт всего. А вот аутизм, да, он может с философией? Потому что я знаю, да, что вот, да, разговаривая, например, с компьютерщиками, айтишниками, серьезными, они говорят, у нас достаточно много ребят, которые с аутизмом. Я с вами соглашусь. Не, конечно, не 100%, что каждый аутист — это будущий Кант и Гегель, но какие-то формы вот такого постоянного самоуглубления, самокопания, они так... Уважаемые телезрители, вот все, что было сказано о
науке, о такой дисциплине, как любовь к мудрости, это только пик айсберга, который присутствует у нас в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций. Есть множество и других направлений, о которых мы уже сегодня рассказали. Поэтому на этой столь философской высокой ноте мы завершаем нашу столь увлекательную беседу и благодарим нашего замечательного гостя Щелкунова Михаила Дмитриевича, директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Большое вам спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. Приглашаем сделать попытку молодежь поступить на любое из направлений нашего института. Уверяю вас, вы не пожалеете.